Самые важные, на мой взгляд, как заместитель директора департамента международного сотрудничества, это работа на международных мероприятиях. И, безусловно, та подготовительная работа, которую мы с вами проделали рука об руку. То есть к любому мероприятию мы совместно вырабатывали позицию. Мы ее обсуждали, мы ее шлифовали, полировали и работали над тем, как грамотно ее представить с учетом всех интересов, которые нам необходимо было защитить. Безусловно, это большое достижение того, что у нас появились такие значимые мероприятия. Россия заявляет о себе серьезно и говорит о том, что она может собирать большое количество экспертов, которые могут на своем высоком уровне обсудить достаточное количество проблематик, тех вопросов, которые требуют решения, обсудить именно на этих мероприятиях. Я знаю, что вы приглашаете больших международных экспертов, которые также с удовольствием принимают участие. И это шанс не только для них, но и для нас услышать друг друга. Безусловно, когда есть диалог, есть понимание, есть на движение вперед. И именно для этого и вы, и мы совместно работаем. Ну вот Россия будет принимать глобальный форум по управлению интернетом в 2025 году. В общем-то, подготовительная работа уже началась, и это нормально. Не все представляют себе какой-то пласт работы, подготовить всемирное международное такое мероприятие. Да, мероприятие это действительно значимое, большое. Мы много трудились для того, чтобы получить эту заявку. И мы понимаем, какой масштаб предстоит, я не буду говорить слово «бедствие», но масштаб для того, чтобы эту работу комплексно выполнить и выполнить на должном уровне. Безусловно, у нас запланирован большой список работ. Мы надеемся, что вы нам в этом будете активно помогать, как локомотив. Вот, поэтому мы надеемся, что совместными усилиями все у нас получится. И этим вопросом Минцифры России занималась очень давно. Я помню, что еще лет 10, даже 15 назад я еще занималась формированием кадрового резерва. Мы воспитывали молодых кадров, работали со студентами. То, что делаете вы сейчас, вы делаете поистине титанически очень важную работу. И мы благодарны за это. Мы рассчитываем, что мы опять же будем работать вместе и вместе будем готовить талантливых кадров. Сейчас уже речь не идет о том, насколько сильно информационные технологии проникли в нашу жизнь. Я думаю, что в этом году мы уже перешли от слов к делу. Да, и мы говорим такие слова, как цифровой суверенитет, технологическая независимость. И, безусловно, ничто это не может быть реализовано без грамотных кадров. Поэтому то, что делаете вы, низкий поклон. И мы надеемся, что мы со своей стороны также будем вносить вклад в подготовку специалистов. И вместе у нас получится сделать одно большое хорошее дело. Более чем уверен, что так и будет. Ну и в завершении пожелания коллективу Координационного центра, ну и, собственно, всем нашим пользователям, администраторам доменных имен, доменных РУ и РФ. Больших успехов, новых побед, вдохновения, сил, чтобы любые трудности, которые встречались на вашем пути, вы рассматривали как новые возможности. Я вас очень люблю и желаю вам всего самого-самого хорошего. Это взаимно, и большое спасибо за интервью.